gribētu apsveikt mūsu mīļāko Dinamo komandu ar tikšanu play-off spēlēs, un mēs gribētu viņiem novēlēt veiksmu un turpmāko izturību. Ar katru spēli smagākies, bet mūsējies saņemsies. Veikli ripas vārtos trieks un uzvaras, tad gult būs nieks. Aiziet! Vētrāk, veiklās, spēcīgāk! Хочу пожелать нашей команде оставшиеся три игры удачно доиграть. И, конечно же, хочу пожелать удачи в плей-офф. Надеюсь, что в плей-оффе у нас получится забивать больше, чем две шайбы. И мы всегда будем рассчитывать на победу нашей команды. Удачи и успехов вам. Всем добрый день. Хотим пожелать нашему любимому клубу «Атланту» как минимум повторение результатов в предыдущем сезоне. Как максимум, я верю, что мы можем стать обладателями Кубка Гагарина. Вперед, Атлант! Только победа и только Атлант. Мы номер один на Западе. Спасибо, Рига. Добрый день, Рига. Только что с матча. В общем, первый раз был в Риге. Прекрасное ощущение вообще от атмосферы, от стадиона, от болельщиков. Ну, Динамо Рига всегда команда, она не звездная, но боевитая. И всегда все ее игры там доставляют удовольствие. Вот. Сегодня Атлант выиграл. Ну, наверное, так надо, потому что турнирная таблица благоволит тому, что в результате сегодняшнего тура, если ничего не изменится, мы еще встретимся в плей-офф и долго будем радовать друг друга хорошей игрой. Атлант. Атлант – это команда, которую я люблю. Ну, на самом деле, я на выезды не часто езжу, но именно на этот выезд я очень давно собирался поехать. Очень уважаю вообще именно Эдика Левандовского. Это человек, который имеет огромную работоспособность, но, к сожалению, ему не везет именно в завершающей стадии. Эдик, ты лучший. Но в данный момент вся команда в этот выезд они просто показали, что они очень хорошо готовы к именно плей-офф. Атлант, Мытищи, мы первые. Ребята, этот спортбар КХЛ первый вообще в лиге. Это этот спортбар именно КХЛ, он именно означает, что это вот континентальная хоккейная лига. Здесь расписываются все хоккеисты, которые сюда приходят. Здесь приходят люди, которые просто вот, они приехали поболеть за свою команду. Они обязательно сюда придут, потому что в Риге другого спортбала КХЛ нет. И не только в Риге. А этого бара КХЛ больше нет нигде. Только в Риге. Этот первый бар, этот бар номер один. Хотелось бы пожелать больше реализации голевых моментов нашей команде. И, конечно, нашему самому главному бомбардиру Микелюсу Редликсу успехов больших. И сам Дусу не унывать. Лабик мумс ир Фокейс, лабик мумс ир Динамо. Турпинасим баудит спели, он турпинасим иет отболстит мусею спелем. Ну, висим палдес, чао. Шайбу, шайбу, трактор. Хотим поздравить Динамо Ригу с выходом в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это большой прорыв. На самом деле, они подарили болельщикам настоящий праздник, потому что в Риге умеют болеть. Хотим пожелать им всего самого хорошего, побед, и чтобы они дошли до финала. Поздравляю. Ну, то, что мы сегодня проиграли, это не значит, что мы не попадаем в плей-офф. Уже попали. Мы уже туда попали, так что команда «Атлант» — это непонятно. Победа, конечно. Хотим пожелать команде «Динамо Рига» успешной игры в плей-офф. Sveiciens Dinamo, tā labākā komanda. Citreiz neveicās, bet nu, toreiz mīkšķis un būs labi. Sveiciens mūsu Latvijas komandai Dinamo. Mēs esam paši labākie, super, vienkārši mums ir vislabākie līdzjutēji. Un ja mēs domāsim, ka mēs esam vislabākie un mums ir superīgākie līdzjutēji, tad arī mums veiksies. Veiksmi! Mīlu jūs! Kuram mīkšķis!